Сегодня в Алматы прошла презентация фотоальбома о творчестве заслуженного деятеля Казахстана, известного композитора Калдыбека Курманали. Его произведения полюбились слушателями и вошли в золотой фонд казахской музыки. Их исполняли Мадина Иралиева, Роза Рымбаева, Майра Ильясова, Мақпал Жунусова. В фотоальбоме опубликованы его детские снимки, редкие фотографии известных личностей Казахстана, статьи, рецензии, посвященные творчеству композитора. Талант Калдыбека Курманали был признан мэтром музыкального искусства Нургиса Утлиндиева, который утверждал, что его песни останутся в сердцах народа вечно. Вот альбом вышел тиражом в 10 тысяч экземпляров. Я давно хотел издать эту книгу. 2 года назад я перенес операцию на сердце и понял, если поправлюсь, обязательно издам. Все мои произведения словно мои дети. У каждого свой характер. О них я должен был рассказать обществу.